Всем привет! В сообществе, в Ютубе, на своем Ютуб-канале я оставлял для вас такую загадку. Я попросил вас угадать, что же находится в этом пакетике, который я получил с Алиэкспресса. В качестве подсказки я оставил вам блок питания, который, естественно, был в комплекте, нашел в этом конвертике. И один человек все-таки угадал, конечно же, там не с первой попытки, не первое сообщение, но все-таки угадали. Это РГБ-лента. Напомню, что взял я ее чуть дешевле 500 рублей. Заказывал я ее в пятницу, приехала она мне во вторник. Это все потому, что я специально искал объявление с доставкой из России. Ну, просто потому, что, ну, скажем так, надоело мне бесполезно дожидаться товара с Китая, потому что в последнее время что-то, ну, совсем зачастили пропадать мои посылки с Али. Я понял, что лучше, может быть, даже я переплатил, но зато я практически за 2-3 рабочих дня уже получил товар. Мне лично это прикалывает. Вообще, я считаю, что доставка из России — это действительно классная тема, и я бы тоже вам советовал ею пользоваться. Тем более, что там далеко не всегда переплата, на самом деле, и такая-то уж большая и существенная. Итак, это РГБ-лента, светодиоды SMD5050, по-моему, 30 на метр, 500 рублей, 5 метров. В комплекте у нас идет блок питания 12 вольт. Написано 3 ампера, но я, конечно, в это не верю. Мне кажется, скорее всего, здесь 1, но максимум 1,5 ампера. Пультик с кучей цветов, что приятно, таблеточка уже шла в комплекте, хотя продавец в объявлении писал, что батарейки в комплекте нет. Но нет, она оказалась в комплекте, она все-таки здесь есть. Пультик управления с инфракрасный. Есть еще, в этом же объявлении есть еще Wi-Fi-ный пульт, но я посчитал, что это совсем уж слишком круто, мне будет достаточно обычного пультика. Тем более, блин, ставить очередную программу на смартфон для того, чтобы со смартфона управлять лентой. Нет, на мой взгляд, это уже слишком. Клейкая основа, конечно же, есть. Причем она отдирается вместе. Прикольно. Нет, такого быть не должно, я не буду так делать. Давайте, наверное, мы эту штуку подключим и посмотрим. Я-то, конечно, уже включал, проверял. И сейчас расскажу вам один тонкий момент, который мне не понравился. Работай. Фу, не работает. А так. О, заработало. Ну, в принципе, РГБ с светодиодными лентами никого из вас не удивить. Я думаю, все из вас их видели. Но, естественно, есть выбор огромного количества цветов. Тут всякие там красные. Стой. Ты куда вернись, я все прощу. У нас есть красный, зеленый, синий. И, конечно же, белый. И вот если вы обратите внимание, то белый тут, скажем, там не какой-то совсем уж чисто белый. Тут явно преобладает синенький свет. То есть такое ощущение, что все-таки, скажем так, производитель не особо позаботился о балансе между светодиодами. Синий здесь явно преобладает, и это прям, ну, белым я бы такое свечение не назвал. Это все-таки какой-то очень-очень холодный белый. Давайте даже на стол посмотрим. Да, очень даже близкий к синему. Но, тем не менее, что имеем, то имеем. Конечно же, куча, огромная куча режимов работы. Тут какие-то быстрые переливы, такие переливы, вспышки, мерцание. Тут... О, прикольный перелив. О, вот такой мне нравится. Еще такая штука есть. Такая рассекая. В общем, штука, конечно, прикольная и, в принципе, недорогая, потому что за 500 рублей мы получаем 5 метров ленты, контроллер и блок питания. То есть уже все, в принципе, готовый набор, ничего докупать не надо ни о чем думать. Купил и сразу включил. Но сейчас я вам расскажу о том, зачем я, собственно говоря, это покупал. Но сначала давайте посмотрим все же, сколько она потребляет. То есть полная лента, все 5 метров, хотя лично мне столько не нужно будет. Подключаем в розетку, включаем, и что же мы видим? Красненький у нас потребляет 11 ватт, зелененький чуть-чуть меньше 10,5, синенький 10 ватт и полностью максимальная яркость, белый свет, то есть работают все светодиоды. Итого получается всего лишь 18 ватт, то есть итого получается 1,5 ампера, если у нас напряжение 12 вольт на выходе, а блок питания заявлен на 3 ампера. Смотрим результат. По-моему, вполне неплохо. Светомузыка за 500 рублей. Если видео понравилось, не забываем ставить лайки, подписываться на каналчик, жмать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, меня по-прежнему зовут Максим. Вы смотрели hp.ru. Всем пока!